хамон iberico de cebo de campo. Этот хамончик имеет зеленую сертификацию, бирочку. Видите? Зеленая бирочка. Эта бирочка нам говорит о том, что поросята эти при жизни выкармливались на свободном выпасе. Они не кушали желуди, но имели доступ к травке, корешкам, ну, что растет, можно так сказать, на улице. У них уже для них выделяются довольно-таки большие угодья. Эти поросята, что самое главное для хамона iberico, двигаются, много двигаются, так как воду им ставят в одном месте, корм им ставят в другом месте, и им приходится постоянно быть в движении. И это помогает проникать жиру в структуру мяса. Этот хамончик, зеленая сертификация, он уже будет и по вкусу более насыщенный, чем белая сертификация. Ну, конечно, и цена будет, соответственно, у этого хамона подороже.